Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шаститко. И у нас сегодня традиционное видео, короткое видео на 8 минут про отели, отели в поездках. Напомню, что я в Дубае, и у меня вот здесь вот такой отель. Наверху там, кстати, бассейн. А вот там, где вы видите стекло, там находится бассейн. А вот здесь вот вы видите внизу ресторан. Чтобы вы понимали, это 24 этаж, я стою на 29 этаже, бассейн на 35 этаже. По-моему, отель называется, господи, как он там называется, Дусит Тани, Хани, в общем, непонятное название у отеля, но находится он в финансовом центре, сразу возле Бурдж-Халифа, и за какие-то 150 евро в сутки вы можете получить вот такой вот великолепный номер. Он действительно громадный. Но на самом деле я тут уже немного помусорил. Уже несколько дней мусорю. Просто когда я прилетел, была глубокая ночь. На следующий день я тут все разбросал и попросил не убирать. А потом уже сегодня убрали. Поэтому я решил сделать обзор. Вот моя сумочка тут плотно напиханная. Вода, кстати, вода бесплатна. Я красивый сегодня. Все обращали внимание на мою рубашку. Напомню, что она от Desigual. Да, наверное, Desigual. Традиционно, да, про оснащение. Про оснащение все просто. Полочки, сейфичек, вдруг чего и тому подобное. Здесь также прилагается, обратите внимание, вешалочки, гладильник. Ну, в смысле, утюг с гладильной доской, тапочки, тапочки одни я использовал, как и еще один салат. Салат это другое. Ну, а сам номер, тут что-то еще. Да, холодильник, я даже в мини-бар не заглянул. Слушайте, а мини-бар тут есть? Вы посмотрите, в мини-баре полно чего выпить, а я вот это вот как лошара. Смотрите, Гордонс есть, все есть. Наверное, и прайс есть, но, в общем, в любом случае, под боком супермаркет можно все купить. Кофе, чай, я так понимаю, бесплатно, но я стараюсь отказываться от кофе. Что еще? Да, будете ехать в Дубай, помните о том, что розетки здесь нестандартные. А с розетками здесь вот такой стандарт розеток. Но в любом случае, обыкновенная европейская вилка хорошо впихивается. Хорошо впихивается, выпихивается, не выпадает и тому подобное. Ну, наверное, для этого все и рассчитано. Здесь моя любимая девайсина под названием Тиву. Да, вот такая вот она, напомню, это и колонка, это и что? И информационная панель для телефона и так далее. А, вот, кстати, и прайсик. Сейчас посмотрим, почем у нас выпивка. Ого, 65 делим на 4. Так, чтобы быть точно, получается 16 евриков. Вот там маленькая бутылочка. За 16 евриков я в Словакии упьюсь тремя бутылками. Ну, двумя с половиной точно бутылками 0,75 джина. Рабочее место. Я отлично работаю. Хорошо влазит туда креслице и тому подобное. Опять же, да. Зеркало и метка, которая указывает направление чего-либо. Ну, это не метка явно, это кюибла. Не знаю, не знаком с этой частью вещей. Ну и что еще? Да, тут хорошо оснащенный. Есть еще вот софа, которая, судя по всему, еще раскладывается. На ней можно спать. Ну, понятно, что я не сплю. Отличная кроватка. В кроватке все замечательно. Спится хорошо. Единственное, сейчас зима, чтобы вы понимали. А сейчас зима, на улице плюс 28. По солнцу я еле дошел. Давайте я вам покажу сразу улицу. Таймлэпс будет. Вот видите, метро. Про метро у меня есть отдельное видео. Посмотрите его. Напомню, что в всплывающих аннотациях, внизу в описании видео все это есть. Все линки на Дубае и не только. Вот метро Station, вот тут вот, ну, грубо говоря, один квартал, да, такой высотный. Кстати, пока мне не написали, что у тебя там реклама Левайса, Левиса, да, Левайса в
на фотке, да, я и не замечал ее, потом начал замечать, и какой-то тип теперь меня постоянно раздражает. Его глаза просто на уровне моих глаз находятся, и он пялится постоянно мне в окно. Страшно жить. Страшно жить. Кстати, он, видите, самолет взлетает. Дубайский аэропорт оказался уже когда-то на границе, теперь уже в глубине города. Это, кстати, Дубай или Эмират Тауэр, или Дубай, вот самолет между ними там пролетает сейчас. Дубай и Тауэр, такие два, видите, дома, они стоят как близнецы. Ну и знаменитый проспект, который тянется через все Шейха Заеда, через все Дубай, 5 полос в каждую сторону, великолепно по нему ездить, 70 километров туда-обратно, такое длинная вещь, да, застроен местами вот такими домами, потом вообще не застроен, потом опять группами домов, там только что был в Майкрософте под названием, место под названием Интернет-Сити, именно там, вдалеке, чтобы вы понимали, это проспект не центральный, не набережная, вдалеке вот там вон есть море, оно очень как-то далеко выглядит, совсем далеко, там намывают какой-то очередной остров, ну и если посмотреть, я вот вижу, вы не видите, там тоже море, ну тоже так достаточно далеко идти, еще если считать в таких вот квартальчиках, еще раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, то есть я от жары могу получить солнечный удар в такую-то зимнюю погоду, плюс 28, ну как-то с непривычки тяжело. С другой стороны, вы видите, опять же, развивающийся, строящийся Дубай, и у меня за стеной, к сожалению, окно не показывает, находится Бурдж-Халиф, вот он вот здесь, вот получается, вот. Вот если стену сделать прозрачной, то ну, нельзя, конечно, это волшебство, магия, такое запрещено. Интересный дизайн ванной туалета состоит в том, что вы можете вот так сделать и смотреть друг на друга. Да, так вот, я хотел сказать, что по поводу зимы кондиционеры не работают в арабских странах, вот типа Саудовской Аравии, я поэтому уже знаю, и здесь в Дубае на отопление. Вы можете сколько угодно выставлять его там на плюс 28 и так далее, ночью вы проснетесь, или утром, я просыпаюсь в 6 утра, проснетесь с тем, что температура внутри 18 градусов, и надо окутаться, поэтому я предварительно взял с собой пижаму. Ну, туалет, душ, кстати, а где мои моющие-то средства, и ванная, странно, были же моющие средства, почему мне их назад не поставили, ванная, в общем, все как положено, и это снова я уже от жары пузо свое чешу, расстегнул, в общем-то, да, кстати, есть еще и весы можно померять. Как вы видите, я 1 килограмм набрал. Представляете, я за 2 дня местной жратвы набрал 1 килограмм. Ну и на этой хорошей ноте я буду прощаться. Напомню, что с вами был я, Игорь Шеститко. Это путевые заметки об отелях.